Страж. Проснись, Страж. Сработало, я тебя оживил. Не представляешь, сколько я тебя искал. Я призрак. Ну, то есть теперь твой призрак. А ты? Ты долгое время был мертв, так что очень многое тебе будет непонятно. Это территория падших. Тут небезопасно. Нужно доставить тебя в город. Замри. Не бойся, я все еще здесь. Нам нужно двигаться. Скорее. Должен вернуть тебя в город. Для этого нам нужен корабль. Но сначала нужно найти тебе оружие. Пошли. Осторожнее, они вокруг нас. Мы рискуем, но давай раздобудем больше света. Древняя военная система? Есть. Изношенные провода и ржавчина? Есть. Стоит тронуть этот переключатель, жди беды. Не нравится мне это. Ой, не нравится. Они явно не рады нас видеть. Вон винтовка, хватай ее. Я вернул тебя в мир живых не просто так. Ты же Титан, а значит ты боец. Будь готов, ведь мы глубоко в тылу врага. Не отвлекайся. Если датчик мигнет, опасность рядом. Падшие – сборщики боеприпасов. Пираты с другой планеты, копающиеся в останках человечества. К слову, оператор. Вон тайник с добычей. Давай посмотрим, что внутри. Еще падшие. Пусть им мало не покажется. Твой свет силен, Страж. Продолжай движение. Я попытаюсь найти корабль, на котором можно улететь домой. Внимание! Отряд рейдеров падших. Все немного хуже, чем я думал.
хотят боя, тогда им бой. Когда мы доберемся до города, ты начнешь понимать, почему я привез тебя обратно. Люди, обещание светлого будущего и странник. Потерпи немного, и ты его увидишь. А вот и он. Давай заберем это. Давай посмотрим на твой новый корабль. Он тут уже давно. Не был в деле веками. Повезло, что падшие его полностью не обобрали. Летать сможет? Сейчас сможет. Я не знал тебя при жизни, по крайней мере, при первой. Смерть настигла тебя в бою задолго до моего появления. Нас свело кое-что особенное. Его назвали Странником. И когда он явился, он изменил твой мир навсегда. Настал Золотой век. И столетиями человечество процветало. Пока этому не пришел конец. Древний враг проследовал за Странником через всю Вселенную. Человечество было обречено. Но Странник сделал свой выбор. Пожертвовав собой, он уничтожил древнего врага и вдохнул жизнь в призраков. Я призрак. А главное, я твой призрак. Тебя, как и других, избрал Странник. Ты — страж. И это твоя судьба. Thank you.
пережившие коллапс человечества, зовут город домом. Вот потому ты и здесь. Чтобы защитить их. И вернуть потерянные миры. Мы пришли. Странник. Последний город. Твой новый дом.